Но какой же вечер без нас, без Маш Новой и Майка Войса. Да, друзья, каждый будний день мы выходим в вечерний эфир, чтобы радовать вас, чтобы заряжать вас после тяжелого рабочего дня позитивом и провожать уже, знаете ли, с юмором этот день. Итак, сегодня в этой студии появится очень крутой артист, юморист, пародист Константин Кожевников. Встречаем, встаем, поворачиваемся к нашей двери. Константин! Константин, дорогой! Здравствуйте, ребята! А ты сейчас в образе себя, да, появился? Я думала, сейчас будет образ кого-то. Привет! Привет, привет! Да обнимемся, чего же мы? Я закрою дверь. Как будто не родные. Присаживайся, пожалуйста. Сегодня это твой трон. Бывший генсек, поцеловаться 3 раза. Да, обязательно. Смотри-ка, сразу же в образе, понимаешь? Я почувствовал себя Хонекером, понимаешь? Если вы знаете, я же пришел на интервью, понимаешь? Надо сразу в образе, сразу, а как же? Мы можем вообще все 5 выходов разделить, собственно, на людей. Вы знаете, сейчас у нас в первом выходе с нами Брежнев Леонид Ильич. Куда смотреть? Вот сюда. На нас можно смотреть. Тебя снимают тут столько камер, у нас вся студия в камерах. Поэтому все приветы через нас. Прямой эфир, ребята. Да, прямой эфир. Не каждый раз, не каждый вечер ты выходишь в прямой эфир. Это трюк страны FM, да? Кость, ты просто предупреждай, когда ты своим голосом говоришь, когда ты переселяешься в кого-то. Причем нас там и тут, да, и слышат, и показывают. Вашу маму видят, там и здесь показывают, абсолютно верно. А можно я сразу занырну с места в карьер? Аккуратно заныривай. Да. Надевай свой аквалан юмора. Давай-ка. У нас есть такой, знаешь, традиционный вопрос, вот от которого мы отталкиваемся и плывем дальше по нашим FM-волнам и телевизионным волнам. У тебя есть какой-нибудь секрет или лайфхак, как научиться относиться к жизни с юмором? Поделись с нами. В России я оговорюсь еще, да, это очень важно. Как ты это делаешь? Да вообще во всем мире. Так. Нужно просто относиться к жизни немножко проще и к себе с самоиронией. Это очень помогает. Я всегда говорю, лучше я себя сам. Так. Лучше я обсмею, да. Обсмею, нежели меня кто-то обсмеет. Мы сегодня будем добавлять, да, фразочки? Сильные люди те, которые могут сами над собой посмеяться, это обязательно. Ну, слушай, это нужно. Ну, смотри, это получается... Поэтому смеяться очень нужно. Это же получается твоя профессия вообще, смеяться над самим собой, а также смеяться корректно так над теми людьми, чтобы они не обижались. Вот где вот эта тонкая грань? Да. Я не знаю. Я не знаю, где тонкая грань. А давай тогда... Вы знаете, мне друзья говорят иногда, то, что говорит Кожевников, не каждый может сказать это в эфире. Не в эфире, а вообще на концертах. Понимаете, от каждого человека, от каждого артиста, с уст, то и та или иная шутка будет звучать по-разному. Поэтому некоторые мои номера брали друзья, выступали с ними и получали по щам. Тоже нужен перевод, имел в виду лицо человека. Да, мы все поняли, о чем идет. Подожди, ну а ты всегда сухой из воды выходишь. То есть всегда твоими пародиями все восхищаются. Да не только пародиями, помимо пародий же. Я вообще считаю, что каждый человек должен развиваться на своем творческом пути. И пародиями занимался у нас и Владимир Натанович Винокур, и Геннадий Хазанов, даже и Нахим Шифрин, и многие другие изначально. Но то бишь я себя не называю просто пародистом. Я, наверное, так буду громко говорить. Ну-ка, давай. Барабанная дробь. Актер эстрады. Вот. Наверное, ну, это всеобъемлющее понятие. Ну, подожди, а что так туда входит правильнее тогда? Актер Потому эстрады. Что я люблю импровиз. В принципе. Абсолютно. Как у вас сейчас в этой программе. Понимаешь, импровизация. Я, конечно, понимаю, что вы там что-то подготовили. Фабула есть, мы готовимся. Какую-то бомбу мне сегодня, да? Но всегда, да, импровизация должна быть подготовленной, да? Хорошая импровизация. Но бывает иногда, потому что все мы приезжаем... На корпоративах, ребят, работаете? Сейчас я буду вопрос задавать. Да, давай, перед декабрем знаешь, что спросить. Работаем, да, на корпоративах? Конечно. Все работают. Все мы понимаем, что когда у нас есть определенный сценарий, но не всегда он... подходит к той или иной публике. Не всегда его придерживаешься, конечно. Вот. У меня один раз была история, когда у нас должен был быть первый, второй, третий, четвертый артист, а я вел, понимаете? Константин, у нас сценарий. У нас по сценарию сейчас реклама. И ровно обратно к импровизации. Мы без рекламы не можем. Поехали. Давайте посмотрим. Самый яркий, самый музыкальный, самый неординарный. Итак, Константин Кожевников сегодня у нас в гостях. Кость, в прошлом выходе мы уже затронули тему, что ты начал рассказывать про одно из своих мероприятий. Можешь продолжить, пожалуйста? Давай-ка. А то мы такую, знаешь, интригу повесили, и было бы сейчас глупо как-то об этом не дорассказать нашим зрителям, слушателям. Так вот, о чем? Да, о мероприятии. Конечно.
Мероприятия бывают разные. Так. Хорошее вступление. Это мы про корпоративные проекты говорили. Иногда на корпоративе происходят такие моменты, что тот или иной артист, ну, не может приехать, хотя должен был по сценарию быть. И приходится иногда как-то выкручиваться. И поэтому здесь, конечно же, приходит нам в помощь импровизация. Наша матушка-импровизация, друзья мои. И вот ты ходишь по 45 минут по гостям просто, по столам. А что делать? Жить-то надо. Ну, такие надо мы, ипотечники, да? Как-то зарабатывать надо на... Какая самая была вот безумная совершенно ситуация с такой импровизацией? То есть вот к чему надо вообще быть готовым артисту? Ой, слушайте, ребят, ну эту историю я очень много, наверное, уже года два рассказываю. Это даже был розыгрыш. Так. Я был на заимке у своих приятелей под Екатеринбургом. Так. День Святого Валентина. Ой, класс. Самый повод поехать на заимку. Я тут оживилась. День Святого Валентина. И мы позвонили очень важным, высокопоставленным людям в Курган. Так. От имени Жириновского. Так. Хотели пошутить. Твоим голосом. Ну, я изображал Жириновского. Понимаешь, вот стечение обстоятельств, прилагаемые обстоятельства были такие, что я был у хороших ребят, где, в принципе, мог появиться Владимир Вольфович Жириновский. Так. Ну, вот мы хотели пошутить. Шутка, на мой взгляд, не очень хорошо удалась, потому что люди реально поверили, что это Владимир Вольфович Жириновский. Так. Я общался с народом около 4 часов. Это трагическая история, да, трагическая история, потому что мне начали жаловаться, почему такие плохие дороги у нас в стране. Тебе начали душу изливать. Понимаешь, душу мне изливать начали, и каким-то образом, когда я вхожу в образ, и не знаю, откуда это берется. Ты проживаешь за этого героя, скажи? Я проживаю. Я проживаю, моя хорошая. Понимаешь, когда ты в образе, вот Жириновского кто? Вот скажи мне, кто может? Все могут пародировать, все. Абсолютно, вот, абсолютно. Молодец, хорошая копия, ничего. Вот, покричали, нормально, но нужно жить. Понимаешь, нужно жить этим человеком. Вот ты молодец, сегодня пришел. В какой форме? Сочи, Олимпиада, молодец. Да, да. Патриот своей родины. Молодец, вот, сочтемся, молодец. Канал, как вас называется, Страна ФМ, да. Тоже русское название. Хоть наконец-то попал на канал, где правильно написано «Страна», но только еще нужно российский флаг. Вот. И все будет нормально. У нас в триколоре и так все. В триколоре. И ты в следующий раз оденься в триколор. Обязательно. Молодец, да. Потому что ты русская женщина, красавец. Я цвет земли сегодня. Маша, вот. Русское имя Маша. Родители Маруся. Знали, где они будут жить и оставлять свой след. В России. Поэтому никакая не Карина, не Марине. Не Анжела даже. Не Анжела. Вот, Мария. Вот. Красивое имя, красивое. Еврейское, русское, ничего страшного. У меня еврейское, Миша. Наша, вот Михаил. Вот, знаем мы некоторых Михаилов, хотели расстрелять, но после того, как узнали прошлое, не стали. Вот, поэтому молодец, Миша, вот. Светлая голова, блестит. Не говори, каждый блестит день голова. Натирают. Вы представляете, сейчас светлая. Люди включают телевизор. И не понимают, радиоприемник кто у нас включает, да, сегодня. И думают, что сейчас можно попросить. Вот, здесь можно все. Прямой эфир, что хочешь, что и говори. Я к Соловьеву все время прихожу, и хорошо, что прямой эфир. Вот, меня не вырезает. Вот, продолжаем разговор. Ну, в общем, так, ребят. И позвонил ты в Курган. А в Курган ты вообще чем закончилось? Потом сам Жириновский нет, звонил. Нет, сначала мне звонил. Потом генерал, не буду говорить, как каких войск. Как, да? Спрашивает, Владимир Вольфович, я вот вам не верю, что это вы. Uh-huh. Вот, может, все-таки это вы нас разыгрываете? Скажите, пожалуйста. Говорит, ну что, отстанет меня. Я говорю, в бане сижу, отдыхаю. Слушай, я сегодня отдыхаю. Вчера был сложный день. Uh-huh. Говорит, нет, вот скажите, пожалуйста, что нам делать с Украины. И тут так. Сразу резко. Смотрите, я даже не понимал, что это генерал со мной разговаривает. Uh-huh. Мне было все равно на тот момент, потому что... Вот, смотрите. Кто-то позвонил вот. Нам, а да, наверное? А я чего ж мне не понять? Для чего я здесь? Вот. Целый кран, все хорошо? Живо-здорово. Все нормально, да. Вот. И я сразу на этот вопрос, когда мне спросили, а что же нам делать вот с этой историей, которая происходит у нас между странами? И тут резкий ответ. Какой? Никогда не догадаешься, я сказал. Это я у тебя, подонок, должен спросить, что нам делать с Украиной. Я
Гражданин России, ты генерал, а ты сейчас отмечаешь этот иностранный праздник, День Святого Валентина. Кто тебе позволил, негодяй и подлец? И все, вопросы все отпали сами собой. Мы, да? верим, что это был Владимир Вольфович. Все, отлично. Ну смотри, я думаю, что в твоей копилочке очень много разных, разносторонних образов. Это и мужские образы, это и женские. Вел когда-нибудь вообще подсчет? Сколько их? Сотни? Тысячи? Честно, не вел подсчет. И я просто знаю, что сейчас нужно в данный момент народу. Кто актуален сейчас? И, круто. К сожалению, то, что сейчас у нас на эстраде происходит, это сложно пародировать, потому что это уже пародия своего рода. Пародия на звезд эстрады происходит. У нас вот такая коллаборация. Ну давай все-таки мы попробуем сейчас сделать такую небольшую пародию. У нас есть, да, значит, для тебя новости специальные, которые мы сегодня подготовили. Ну нет, не новости, а наша стандартная рубрика «Просвещаемся в пятницу». У нас есть факты. У нас есть факты, которые, может быть, в некоторых случаях и ложь, как мы помним. Так вот, эти факты я предлагаю почитать. Дорогие друзья, голосами, собственно, тех, кого предложит нам Константин. Да, Константин, давай, ты готов? Да, давай, с огромной радостью. Да, давайте. Даже держи интересно. Вот эти карточки. Там прям написаны факты. А мы будем угадывать, да, с тобой? Мы просто угадываем, правда это или нет. Если там написано ложь, то это ложь. Если борода, то, соответственно, это правда. Итак... Я должен разными голосами, да? Абсолютно. Ну и мы должны угадать персонажа, который нам сейчас зачитывает этот факт. Давай, все, я готова, это очень интересно. Давай-ка, Константин. Да, надо же еще выговорить это. Ой, геномодифицированные яблоки выглядят красивыми, круглыми, благодаря внедрению в них гена лосося. Маша? Идеально, все. Я сначала скажу, что, по-моему, это Рената Литвинова зашла к нам сегодня в вечерний эфир. Знаете, не только зашла, и теперь выйти-то не может. Потому что здесь еще черточка, и дальше написано... Варите спокойно свою яблочную уху, никого не слушайте. Я ничего не поняла, что на самом деле прочитала. Бред это ложь, какой-то. Мы должны сказать. Это ложь. В яблоках там что-то содержится, да, лось. Да, ну да, конечно, ложь. Ложь, конечно. Я вообще сама не поняла, что это написано. Но это борода написано. Это правда. Борода. Представляешь, это значит правда, друзья. Борода. Я умоляю еще. Да. Еще, кстати, я просто... Какой-нибудь давай теперь кардинально другой образ. Не Жириновский и не Литвинов. Что-нибудь вообще. Видите, друзья мои, население Черногории является самым счастливым в Европе. Это друзья. Михалков? Моя хорошая. Точно, это Михалков. А у меня вот вертелось на языке. А еще раз цитатку, пожалуйста. Население Черногории... является самым счастливым в Европе. Да, я абсолютно считаю, это правда, верно. Конечно. Абсолютная ложь. Я просто по-станиславски решил с вами поговорить, и вы поверите, да, это годы вот за плечами актерского мастерства. Годы, да, практики. А тут еще читать, да, надо? Да, самые, да, счастливые европейцы – датчане. И это факт. Кстати, делай черногорцев еще более печальными. Вот это, да. Представляешь. Ну, давай под занавес третью какую-нибудь, не знаю, да, фразочку, правда или ложь. Может быть, женский какой-нибудь образ сейчас возникнет, интересный очень. Пожалуйста. А я могу любую выбирай абсолютно из списка, который тебе и под героя, вот которая эту лучше подойдет. Я смотрю на твой взгляд, вот эту, Константин. Понравилось, да, Константин, ему самому смешно. Дорогие друзья, самая длинная торговая улица в мире находится в Стамбуле. В Стамбуле самая длинная торговая улица. Твоя тезка. Это почему моя тезка? Да шутка, Малышева. Елена Малышева. Нам надо начинать правильно. Друзья мои, итак, самая длинная торговая улица в мире находится в Стамбуле. Так ли это, друзья мои? Так. Неправильный ответ, друзья. Опять мы с тобой. Самая длинная торговая улица в мире находится в Лондоне. Это Оксфорд-стрит. А самые близкие люди, это факт от меня, да, будут от Брежнева, который мы сейчас с вами послушаем, друзья. Музыка. От Брежнева. Да. Телерадиоканал. И мы
Константин Кожевников у нас сегодня в гостях. Снова мы здороваемся, Маш, новая Майк Войс. Да, Майк Войс, Костя. Никого не выгнали, все те же люди. Вот сразу же такой, знаешь, вводный, коротенький вопрос. Сколько тебе надо времени на подготовку вот к пародии, к какому-нибудь твоему артистическому номеру? Нет, ну если эта пародия уже для меня знакома, я ее работаю, то никакого. То есть прям сразу? Вот взял микрофон, например, надел наушники и сразу начал петь? Ну да, если еще и голос позволяет, не хрипнет. Сегодня позволяет? Попробуем сейчас. Давай что-нибудь изобразим. Кого мы будем сегодня с тобой тогда сейчас слушать? А мы сейчас прямо сделаем один из номеров, которые были в проекте «Мультличности», который был в проекте «Мультличности» Алла Борисовна Пугачева. На Первом канале. Круто, давай, конечно, мы в зрительном зале уже. Я там много кого, конечно, озвучивал. Но... Так, Константин. Благодаря Алле Борисовне я зарабатывал очень неплохие деньги и зарабатываю по сей день. У меня очень, спасибо вам, Алла. Очень много на нее... От Константина и Максима, хотел сказать я. От Максима? От Максима тоже он. Ну что, одеваем наушники, да? Да, да, да. Давай, да, возвращайся обратно в кадр, чтобы тебя все наши зрители видели. Ну, услышать будут и так все. Ну что ж, Алла Борисовна теперь к нам заглянула в вечерний эфир. Правильно я понимаю? Я все сделаю, Константин, я для этого здесь. Майк, ну как тебя обучали? Помогай. Поехали, ребята. Поехали. Главное, чтобы у всех было счастье в личной жизни. Поехали. Пару лет сидела втихаря, а еще пару лет варила Галкину борщи. Стала Алла, понимаешь, Маша, может быть, и зря женщиной, которая молчит. Вот так вот. Без меня тебе, страна моя, досталась капитально. Боже мой. Без меня тебе, страна моя, поют один шансон. Ты кто вообще такая, Ваенга, Миша? Не знаю. Да кто такой? Михаил, я спасу тебя, страна FM, и мы еще споем. Давайте все вместе, ребята. Давайте. Ла-ла, 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 ла-ла. Молодцы, пятерка. Пойдем сюда, Константин. Ла-ла, ла-ла. Мечтал с Аллой Борисовной спеть когда-нибудь. Ла-ла, ла-ла. Страна FM, мы любим тебя. Ура! Класс! Класс! Но я надеюсь, что слушай, это не все наши гости сегодня. Мне все время наушники. Так, давай, наденем наушники поудобнее. Но подожди, ты же сам нам вот буквально несколько минут назад говорил, что само время диктует героев персонажей. Вот кто сейчас актуален, те и становятся героями твоих пародийных номеров. Слушай, дай бог, чтобы оставался сейчас и далее оставался актуальным Филипп Бедросович Киркоров, конечно. Не перестает удивлять. Это точно. Сначала цвет настроения синий, потом он... Цвет настроения Ибица черный. Ибица сделал! Ибица, да. Но я считаю, что Ибицу уже пародировать не стоит. Это пародия Они на пародию, да? С это... Николаем сделали все, что могли сами. Может, тогда цвет настроения синий сейчас сделаем? Цвет настроения синий. Подожди, тогда мне нужно одеть... Так. А мы тебе так, поможем. А давай я... Ага, вот так. Все грандиозно. Киркоров с наушниками, это, конечно... А что, весьма пародийному. Впервые такое. Ну, это эксклюзив, друзья, да. Ну что, поехали? Я сейчас немножко в образе буду. А, уже в образе. Уже, да. Цвет настроения синий. Цвет настроения синий. Он не бухал уже 2 года и 7 дней. Но у компании сегодня юбилей. Стас решил, что можно раз все громче звук сорвался. Стас, цвет настроения синий. Стас, он тусует на корпоративе. Запивал вином коньяк с мартини.
настроение синий. Бухгалтер стала для него богиней. Под песню синий иней опять проснулся на чужой квартире. Бухгалтер Ася не могла предугадать, что Стас напьется и к ней будет приставать. Да, да, сказала Ася, да. Настроение синий, на час похож на старый рок лосиный. Да. Под песню синий иней плясала так, что порвала лосиный. Все, дальше мы все знаем. Он вылил кружку пива ей в бикини. Все, а дальше я знаю, чем заканчивается. Ты стала для него морской богиней. Миш, а вот ты как знал? Сегодня нарядился в цвет настроения синий. Послушай, я готовлюсь, Спасибо! Браво, маэстро! Грандиозно! Великолепно! Феерично, прям голос. Ну слушай, ну вот теперь я реально понимаю тех зрителей, которые приходят на твои концерты, которые заказывают тебя на мероприятия. Конечно, они все в шоке. Такая энергетика сейчас была у нас в эфире. Мне кажется, главное не простывать. Брызжула из приемников. Давай смотри, если ты уже спел, то наша, наверное, очередь поговорить, а ты будешь отвечать. Давай быстро. Два вопроса. Для меня самое важное в жизни, Константин. Это семья. Если бы не юмор, ты бы сейчас пел. Ну, собственно. То, что он сейчас и делал, вот друзья. Вот такой вам ответ. Константин Кожевников был сегодня у нас в гостях. Мы желаем тебе огромных творческих успехов. И не только разрывай сцены, стадионы. Низкий поклон в ночах. Спасибо, друзья. Живите с улыбкой. Спасибо. Ну, а на сегодня прощаемся с вами.